Вкусная, быстрая и очень простая яичница. А самое главное, что для приготовления такого блюда не понадобится много продуктов. Итак, начинаем. Итак, сегодня мы приготовим очень вкусный завтрак из ничего. Для начала берем немного масла. Масло можно использовать как подсолнечное, так и сливочное. И добавляем его в сковороду. И ставим на газ. Масло растопилось, сковорода разогрелась. Разбиваем 3 яйца. Подсаливаем по вкусу. Чтобы яйца быстрее прожарились, пошевеливаем белок. Желтки стараемся не трогать, желточки нам нужны в жидком состоянии. Готово! Белок весь прожарился, а желтки остались жидкими. Выключаем газ и снимаем сковороду. В яичницу добавляем ложку аджики, той аджики, что вам больше приходится по вкусу, острая или же нет. И крошим кусочек хлеба. Яичница еще горячая, ведь мы ее только что сняли. И все это дело тщательно перемешиваем, обволакивая весь хлеб жидким желтком и аджикой. Вот такое шикарное блюдо, яичница у нас получилось. Такое блюдо готовится очень быстро и очень просто. А главное, итог будет очень вкусным. Если вам понравилось это видео и данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также вы можете написать свой рецепт любимого завтрака в комментариях. Всем приятного аппетита и до новых встреч!